ходила, сизого угла, того, которого любила, того и письма любила. Да, не глянься, жесть. В твоем букваре с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается родина? С заветной скамьи у ворот. Здесь и сегодня, на эту высоту, где погибли наши деды, приехали внуки, наследники Победы, чтобы почтить память погибших воинов, павших в боях при освобождении хутора Урюпин и Морозовского района в январе 1943 года. В ожесточенных боях здесь погибло около 600 наших советских воинов. Светлая память нашим героям. Среди присутствующих здесь находится внук Перимханова Алхилава, который сегодня снова вступил в бой с фашистами и нацистами в ходе специальной операции на Украине. Честь и слава погибшим и подвигов новых свершений нашим героям. Наше дело правое. Победа за нами! Днем Победы! Здесь похоронены воины 14-й гвардейской стрелковой дивизии и 1-го гвардейского механизированного корпуса, павших в боях за нашу советскую родину при освобождении Ростовской земли в декабре-январе 1942-43 годов. Здесь похоронен мой дед Булгаков Иван Константинович. Вечная память героям. Здесь на этих именах хранятся цветы на плитах. Здесь плиты, посвященные Булгакову Ивану Константиновичу, Смородину Петру Ильичу и Белялову Карину Карану Альмуддиновичу, минометчику 38-го гвардейского полка. Вечная память павшим героям. Мы будем помнить ваши имена. Светлые в наших сердцах живут всегда. Ей в своем сердце принес. С чего начинается родина?